чем прелесть, в кавычках, больших национализма, что она оправдывает. Да? Почему? Значит, это же надо еще вот, если неверного как-то там, значит, ущемить, для этого же надо, так сказать, как-то еще убедиться, что он неверный, там, еще что-то, какие-то надо действия совершить. С национальностью вообще нет проблем. Я, значит, русский, или я там еврей, или я там немец, и, значит, на этом основании вот как бы могу всем, значит, дальше дать по голове. И легко означить врагов через национальность. Да? И, собственно говоря, после того, как он назначен, дальше нужно искать внутреннее обоснование, почему это плохая национальность. А их найти очень просто. Потому что в отличие от вот, как бы генетических, а потому национальных факторов, есть культурные факторы. И культурные факторы, они значительно более сильные и влиятельные с точки зрения определения нашего габитуса, того, что мы собой как бы представляем во внешнем мире.